Ну что ж, продолжим. А я напоминаю, что если вы смотрите этот стрим, пожалуйста, подпишитесь на канал и напишите что-нибудь в чате. Если вы посмотрите это видео на YouTube, подпишитесь на мой YouTube-канал, поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Также подписывайтесь на телегу, там я выкладываю уведомления о грядущих стримах. Ну шо, куда нам спускаться? Искатель Луны. Встретьтесь в затопленной гавани. Это, я так понимаю, синенькая, фиолетовенькая, да. Ну давайте в деревню пиратов переместимся. Там уже будем смотреть, где он находится. Наверняка в каком-нибудь очке. Ой. Верните звук. Спасибо. Гарри, Гарри, ясно. Хоть. Чтобы не погасло. Так, давайте стрелу восстановим себе. И почапаем пиратам. Бушующее море. Сначала гавань. Сначала море, потом гавань. Странно. Окей. Где ж ты у нас сидишь, родный? Где ж тебя искать? Ну, давайте начнем слева и потихонечку будем, получается, подниматься. По затопленной лестнице. Угу. Так. Там прям значок должен быть специальный, да? Значок Луны. Где-то валяться, где-то рисоваться. Здесь анема. Так, давайте посмотрим, что сверху справа. Что у нас с правой стороны? Тут вроде как тоже ничего, да? А вот тут. И тут я ничего не вижу, ладно. Ай. Так, что теперь? Ну, давайте вот эти посмотрим. Ручки. Что там наверху? Поближе, пожалуйста, поближе.
А, нет, тут был сундук. Сундук нам пока что не нужен. Так, ну-ка здесь. А, вот как можно пройти. Блин. Что-то я подзабыл. А, о, можно вот здесь попробовать запрыгнуть. Да блин. Бесит. Во. А, здесь у нас было пророчество. Да, тут тоже ничего. Ладно. Почапали дальше. Ай. Ай. Тут тоже только сундук. Где же ты прячешься, малыш? Еще раз, там просто в затопленной гавани, да? А, где его схватить? Все. Вспоминаем. Вспоминаем. По-моему, вот здесь. По-моему, да, по-моему, здесь. Внимательно надо читать задание. Забей, бра. Просто забей. Просто расслабься. Нам сейчас с тобой абсолютно не по пути. О! Кстати. Ой! Рановастенько. Годится. Правильно, правильно. О, интересно. А крабик восстановится сейчас или нет? Не понял. А, еще ниже. Окей. Какой злобный. А, я не тут? Да, блин, я не тут дрался. Видимо, я не тут дрался. Ой. А где же я с этим крабом дрался? А, может быть, вот здесь, кстати, да. Вполне возможно. Там достаточно большая локация. Ну, перестань. Еще выше. Как можно выше. Так высоко, как еще никогда не забирался Саргон.
Ой-ой. Так, давай-ка сразу вниз. Ой-ой-ой. Ты был слишком вниз. Чуть-чуть повыше. Так. Вот тут, по-моему, крабик был. И снова есть. Что ты делаешь? И... Не этот? А где еще был краб? Нет, должен быть этот. Второй краб был в очке. Не, второй краб точно был в очке где-то тут. Странно. Так, нет, все, я сдаюсь. Искатель Луны. Это да. Это тоже да. Ну? А, подожди. А, подожди. Я правильно за это... Блин. Получается, я до этого правильно пошел. Просто немножко не дошел. Но я что-то не припомню там большого краба. Ладно, давайте еще раз. Назад. Вот сюда, говорят, надо. Только налево. Ой-ой. А как вниз попасть? Как-то можно? Никак нельзя. Назад беги, Максон. Во! Help! Can you take care of that? What? Вот это? Это большой краб? Не так. А-а-а, он тут появляется. Да-да-да, молодец. Вот это ты все правильно делаешь. Спускайся. Храбрец. Не стану спрашивать, веришь ты мне или нет. Не думаю, что это имеет значение. В любом случае, считаю тебя смельчаком. О, я смотрю, луна на тебя повлияла. Вот он. Это сияет следующий осколок. Все? Обновлено. Ай, блин, еще один. Иди сюда, чудовище. Чудо чудное. Там, мне казалось, вот здесь можно было как-то подняться. Так, куда теперь?
встретьтесь с Искателем Луны в Вечных Песках, где он мог застрять в банке. Ладно. Пойдемте в Вечные Пески. А где у нас ближайший телепорт? Где он мог застрять в банке? Блин, пески-то здоровенные. Здоровые, здоровенные пески. Ой, давайте да, дальше посмотрим. Понял. А. Тут, по-моему, проще пешком добежать. Хотя нет, проще все-таки будет до этого добраться. Так, вверх, влево, вверх, влево. Встань, не хочу с тобой играть. А? А, все понял. Чито А. Рыть, рыть. Да что ж ты будешь делать-то, а? А, дурачок. Так, и еще раз вверх. Нет, не падай. И влево. Годно. Все. А где пески? А вот они. Вот они пески. Причем получается по игре я реально должен, потому что я сначала прохожу пески, хотя не факт. Вот. Сначала прохожу пески, а потом затопленную гавань. Как думаешь, это судьба? Это правда, что судьбы всех людей пересекаются? Что мы все связаны друг с другом? Я об этом не задумывался. Раз мы все связаны, дружище, значит, скажу тебе честно, я не вижу эти осколки. Верь. Свет истинной луны озаряет нас обоих. Пойдем дальше. Тишина оплакивает утрату истинной луны. Ветер и шепот подскажут нам, где искать следующий осколок. Оп, оп. Ух уж эти умельцы в 3D бороздить просторы. Так, дальше. Третий сыска... Ой, в лунную башню. Ой, в башню молчания. Где удерживает могильщик? Где это? Не понимаю, где это. А, я понимаю, где это. Ладно. Побежали. Благо, хоть бежать недалеко. Потому что у нас тут есть что? Правильно. У нас тут есть Fast Travel. Так, обожди. А что-то как-то маловато у башни молчания этих... Не кажется ли нам? Всего один Fast Travel здесь есть?
Так, мне надо вот сюда. Ну да, ну в любом случае придется так пилить. Так, а знаете что я заметил? Я заметил вот здесь пустую зону. Давайте-ка я, наверное, все-таки пройдусь там, посмотрю, что имеется в наличии. Раз уж есть такая возможность. Эй. А, видимо, надо выйти. Что это? А, это я уже пробил. Окей. Опа. А, это аж здесь был знак. Прикольно. Так, ты песчаный член. Ой, это штука еще мерзкая, да? Вот так вот. Во, да, там что-то есть. Тут у нас что-то имеется. Блин. Хо-хо-хо-хо. Жестконько. Так, и тут можно покататься. На Индиане Джонсе. И что? И зачем эта штука? А, понял. О, хорошо. Сталь дамасская. Блин, по-моему, уже третья. Ну-ка, как узнать? А, нет, вторая еще только. Она 4. Да, долго. Долго. Слишком долго. Так, все, окей. А что тут у нас? У нас здесь один сундук не найден и один ксеркс. Где может быть ксеркс? Ума не приложу. Может, вот тут, смотрите. Давайте вот здесь посмотрим. Как туда попасть? Для начала надо удалить отметку. А, вообще, низ, право, право, вверх. Окей. Давай-ка поднимемся. Во. Побежали, побежали. Ага. Дела. О боже. Это страшный сон. Ну ладно. Попробуем проснуться. Ну да, ну да. Да. А ты что хотел, Максон? Это тебе серьезные вещи. Зачем? Вспоминай давай. Да, дальше я не понимаю. Ой, дурак. И с самого начала. Ой, Максончик. Ой, не божишь. Не божитель ты, Максончик. Не божитель.
Ах ты почти. Да блин. Ну сейчас, я понял, я просто хочу технику эту до ума довести, так сказать. Движение отточить. Ладно. Я не понимаю, как... А там дальше и никак получается. А, нет, как? Как? Наверное. Вообще, лучше бы я, конечно, фигню не страдал и спокойно бы с другой стороны зашел. Но нет! Подождите, ну хочется же, ну хочется. Да бляха-муха. Ладно, я понял. Не надо. Просто не надо. Просто не надо делать дичь. А есть, может, с другой стороны? А, вот, с другой стороны есть же. Чё я парился? Просто так сделал и все. Никаких проблем. О, джин. А оказался бздджин. Так, я не туда попёрся. А, вон тут можно. Ну, добро, добро. Удобненько. Вот туда. Вау. А дальше как? Опять же, похоже, надо немножко по-другому. А, нет, не немножко. Или немножко. Не понимаю. А, ну я могу вот так взять, правильно же? Да, угодно. Но мы зато здесь. Да блин. Так, допустим. А тут как? А, вот так. Хорошо. И вот там что-то наверху, я так понимаю, да? А вот там вот явно что-то имеется. Какие-то вкусняхи. А мне не по... А мне не попасть. А, не, попасть. Блин. Ну, тут на самом деле мелочи. Станы и кристаллики, конечно. Ни к селу, ни к городу. Да, блин. Еще тут попасть надо. Да есть же. Справились. Справились с этим всем делом. Так, теперь куда? В башню. В бабашню. Давайте. Эй, ты меня здесь в итоге, да?
Я хочу назад. Это никак не сделать. Есть такое ощущение, что это никак не сделать. Я могу только в эту сторону. Ай, господи боже! А, я помню, как я ручками... И это я тоже помню. Ощущение помню. На всю жизнь запомнил. Так. Да. Ой, блин. Проще помереть. Давай еще разочек. Я помню, как-то на скорости этот момент сделал. И совершенно не факт, что у меня сейчас быстро получится это сделать еще раз. Да, что-то как-то да. Просто забей. Кончайся. Вот как хорошо. И эта штука рядышком. Так, давай, башня умолчания. Башня умолчания. Так, куда нам... Аж вот сюда. Тут, кстати, много темных пятен. Так, это получается вниз, право, вниз, слева. Так, на всякий случай. Упс. Не, подожди, не туда иду. Не туда идешь, Максон. А теперь чё? Теперь как-то вот. И просто вниз. Годно. Эй. Все, хорошо. Вот это тоже интересно. Я, кажется, понял, что-то надо сделать. Ха! Сгорел на работе. Так. Годно. О, блин, еще можно хп себе увеличить. Охренеть. Мне кажется, тут можно тупо вот полностью, короче, слева направо эту полоску сделать.
Так, ну мы, собственно, дошли. Куда надо. Ага. Какая прелесть. Ай-ай-ай-ай-ай. Ага, слышу тебя, дядь. Так. А, да ладно. Прикольно. Он в гробу был. Забавная хрень. Дело сделано. Так стоило ли все это того? Только Луна понимает будущее. Фанатик. Если разница и есть, я ее не вижу. Скоро увидишь. Ночное небо явит плоды наших трудов. Весь мир увидит истинную Луну. За то, что ты мне поверил, я поделюсь с тобой Луной. И этой наградой. Прикольно. Теперь я хочу найти идеальное место, откуда буду любоваться небом. Друг, надеюсь, ты найдешь минутку, чтобы насладиться истинной луной. Да он. Интересно, а где? Может, там показано, где его еще можно найти? После окончания квеста искатель перемещается в комнату с созвездиями, через которую Саргон возвращается в прошлое. Там есть небольшой диалог. Комнату с созвездиями. Комнату с созвездиями. Где же была эта комната? Помнить мне бы. Пробабабы. А, вот тут, по-моему. Как туда пробраться? Либо слева, либо справа. Ну, давай. А чё, а как? Хотя, ладно, бог с ним. Ой, и куда нам теперь? А давайте-ка тут чуть-чуть побродим. Чё нам тут надо? Не хватает ксеркса и пророчества. Вот тут, видите, темненькое пятно? Хотелось бы посмотреть. Эй. И вот тут темненькое пятно. А, все, больше темненького пятна нет. Да, здесь я помню, я ходил. А вот тут не припомню. Ладно, дай по старой памяти, так что быть, повоюю с тобой. Это ты зря, дружище. Это ты зря. А, тут пусто. Чет. А, я помню, что я тут делал. Но я это уже сделал, так что... Или нет? Или подожди. Ну я же здесь... Какая... Какая подлость. Ой, не то. Охренеть, представляете? Хаос дарит второй шанс. А хаос времени. Представляете, это я бы бегал потом. Я просто хочу еще посмотреть потом, где оставшиеся найти. И я выбегал в полной уверенности, что здесь я все нашел. Пришлось бы в итоге по 100 раз все перепроходить. Так, хорошо, давайте вот направо сходим. Там, возможно, сундук.
И где-то еще Ксеркс. Ну где пес его знает? Вот, башня молчания, это я почти все прошел. Ну давайте вниз сейчас как-нибудь отправимся. Ой. А как мы вниз отправимся? О-о-о, нормально, нам так пилить придется. Чего не сделаешь ради контента. Нет! Как наверх-то попасть? Я что-то даже и забыл уже. Тут везде камни летают. Ай. А вот так. Вот мы, собственно, и наверху. Ну, почти. О, как. Нифига себе, меня далеко унесло. Это добить же. А, он... Максончик забылся. Так, и где мы? Ой, как мы далеко. С одной стороны, а с другой стороны... Может быть, мы просто сейчас... Да, точно. Давайте... Да, я знаю, что мы сейчас сделаем. И на этом сделаем небольшой перерывчик. Делаем небольшой перерывчик. Тюрячка, тюрячка, друзья мои. Нам для тюрячки надо взрывчатку надыбать. Это мы, собственно, сейчас и сделаем. Надыбаем себе взрывчаточки и пойдем откроем то, что нам необходимо. Так, а для этого нам нужно... Куда? Священные архивы. Сюда? Да, сюда. Так интересно, что... Буквально следующая комната от священных архивов — это тюрьма. Почем так? Непонятно. Видимо, за инакомыслие. Ой, не хочу, брат, не хочу. А ты хочешь, брат, я понял. Хочешь опять остаться убитым. Ну что ты такое? А, тут открыто, господи. Чили. Вот правильно. Помогайте, Саргончик, помогайте. Видите, он... Иногда сам не справляется. Правильно или правильно? Надо сразу вот так вот сделать. Я помню, тут летает срань. Где срань? Вот она, срань. Вот так вот.
И шопинг плюс. Ай, просто куча кристаллов. Ну ладно. Кристалл тоже неплохо. Так. Ну, собственно, что? Я предлагаю на этой ноте следующую 40-минутку провести с завоеваниями. Точнее, с освобождениями. Так, побочки. Да, пророчество Каф. Хрен с ним. Что за ними дадут? Целое ХП. И кристаллов. А, ну, за него и так мне дают ХП и кристаллы. А здесь тоже целое ХП. Ну, это жестко. Не буду я проходить на 100% эту игру. Не хочу. Не надо, пожалуйста, хватит. Достаточно уже было дополнительных квестов сделано. Вон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть из восьми. Я считаю, хороший результат. Годный. Так, ну хорошо, пойдемте. Пройдемте назад. Что-то это как-то странно. Ты можешь просто вверх прыгать? Вот, молодец. Отстань. Шаракат. Как там? Вот так там. Так, это, наверное, самое последнее должно быть, да? Нет? А что тогда? А как тогда? Ладно. А, все, царский. Адские хоромы. Ну все. Последний перерывчик и в бой. Ну или может не последний. Может быть я там еще 2 часа буду этого босса убивать. Вполне возможно. Зная мой навык. Вполне возможно.